10 интересных фактов об амурских тиграх. Амурский тигр – самый крупный представитель семейства кошачьих. Вес взрослых особей может достигать 300 кг. Отличительной особенностью тигров является их окраска. По основному рыжеватому фону идут многочисленные темные полосы, которых может быть около 100. Они формируют сложный узор, уникальный для каждой особи. Кожа у тигров тоже полосатая. Она имеет такой же рисунок, как и шерсть. А еще у каждого тигра на тыльной стороне ушей есть белые отметки. Для маленьких тигрят они служат своеобразным маячком, помогающим не потерять маму в густом лесу. В отличие от своих домашних сородичей, тигры не боятся воды. Они с удовольствием плавают и могут преодолевать большие водные дистанции. Гортань и голосовые связки тигров обладают большой подвижностью, благодаря чему эти звери способны издавать громкий рев. Тигр – ярко выраженный хищник. Чаще всего он охотится на оленей и кабанов. Во время охоты на оленей тигр мастерски подражает голосу ревущего самца, подманивая его к себе. Кабанов же он попросту пасет, подолгу следуя за стадом, и время от времени выхватывая из него свиней. Кроме животной пищи, тигры едят растительную – ягоды и плоды. Тигр необычайно силен. Добычу весом в 1,5-2 раза тяжелее его самого он способен перетащить на расстояние нескольких десятков метров. Выбрав укромное место, тигр приступает к трапезе, во время которой съедает до 30 кг мяса. В зоопарке для хорошего самочувствия тигру достаточно от 6 до 12 кг мяса в день. В отличие от домашних кошек, тигры имеют круглые, а не щелеобразные зрачки. Это связано с тем, что тигры являются сумеречными животными и охотятся на заре или закате. Но несмотря на то, что глаза тигров не слишком адаптированы к темноте, их ночное зрение в 6 раз лучше, чем у людей. Тигры – ловкие и проворные кошки. Они способны прыгнуть на 6 метров в высоту и на 5 метров в длину. На короткой дистанции тигр может развить скорость до 60 км в час. Тигры – полигамны. Во владениях одного тигра могут жить до 3 самок, с каждой из которых он поочередно вступает в брачные отношения. Беременность у самок длится около 100 дней. Выводки бывают от 2 до 4 детенышей. Самцы в уходе за потомством участия не принимают. Амурский тигр – самый редкий подвид тигра. В природе этих животных осталось около 500 особей. Единственный естественный враг тигра – человек.